Всем приветики, мои секретики, и вы сейчас на канале Секретока, и сегодня с вами снова я, Силия, и сегодня я решила для вас выпустить такое видео, как новости в Toca Life World. У меня накопилось достаточно много для вас новостей, я думаю, важных новостей, и я бы хотела вам о них рассказать в этом видео. Вообще о них я рассказывала в своем телеграм-канале уже вчера, так что обязательно подписывайтесь, чтобы там не пропускать всего нового. Называется он «Норка секретиков». А также хочу вас попросить подписаться на мой канал в Яндекс.Дзен. Там у меня выходят всякие разные истории из жизни. И я начала такую там рубрику вести. Там вы сможете увидеть уже первую вот мою историю смешную. И надеюсь, что она вам понравится. Так что, кто еще не видел, то обязательно смотрите. Мне кажется, это можно даже назвать фанфиком. Так что обязательно не забывайте подписываться на все мои другие соцсети. Ну а мы с вами, наверное, не будем затягивать и уже поскорее начнем. Всем приятного просмотра! Итак, вы видите, какая у меня стопочка таких новостей, которые я бы вам хотела рассказать. И давайте начнем с первой новости. Первая новость, о которой я бы вам хотела рассказать, это, можно сказать, новое обновление в Токе. Но оно небольшое. Это новый набор со всеми домиками и со всеми паками мебели за 2023 год. Давайте же прочитаем и посмотрим про это более подробней. И вот написано, что сейчас проходит специальное событие. Новый набор со скидкой. Новинки в дизайне интерьера по спеццене. Мы уверены, тебе понравится. В общем-то, вышел вот такой пак мебели. Набор для дизайна интерьера, он так и называется. И здесь скидка, что за место 2290 рублей он стоит 1990. Так что успевайте его купить по этой спеццене, так как я думаю, что она потом пропадет. Вот вы можете увидеть, что здесь 12 зданий, 1708 предметов мебели и 161 новый дизайн обои. И пола, конечно же. Также здесь вот есть описание, что нового, это каким ты видишь уголок своей мечты. 11 домов в дизайне интерьера, уютный ресторан, домик бонсай, местное заведение, романтичный пляжный домик, современный особняк, дом в богемном стиле, квартира лофт в центре, таинственный домик. Радужный неоновый домик, вилла с бассейном и домик для пушистиков. 6 наборов мебели. Это моя комната, жутковатый, фитнес и спа, праздничный, милый детеныш и винтажный. И вот также указано, что акция действует с 15 по 29 мая, так что успевайте в этот короткий срок принять правильное решение и купить этот набор. Я сама на самом деле покупала всю току по скидке. Я вам по секрету это сейчас говорю. Поэтому нужно не упускать такие обновления в Токе, когда есть такая возможность. Ведь это и вправду очень круто приобрести. Посмотрите, столько много домиков новых, да еще и всяких наборов мебели всего лишь за 1000 рублей. Если вы будете по отдельности покупать, то это выйдет гораздо дороже. У тебя уже есть что-то из этого набора, не волнуйся, платить еще раз не придется. То есть даже если у вас что-то будет из этого набора пака мебели уже, да, какой-то домик, либо пак мебели, то вам не придется платить за это еще раз. То есть вы заплатите поменьше, они там вычтут сколько-то денег, и вы заплатите как бы за вот оставшиеся наборы домиков и паков мебели. В общем, все это, я думаю, вы можете сделать. Так что я вам уже тут объясняю. Давайте перейдем к следующей новости, потому что на этой мы закончили. И следующая новость — это то, что нам опубликовывают, опять же, разработчики в Toca Life Mix. Опять что-то новенькое. Но вот непонятно что, я еще сама разбираюсь. Вот, посмотрите на эту фотографию. Она вот из Toca Life Mix, и тут написано, что-то захватывающее уже приходит очень скоро. У вас есть предположение? Можно ответить, возможно, или нет идей. Можно увидеть, кстати, какие-то новые предметы, может быть, нам добавят вот что-то новенькое, да еще и будут какие-то новые подарки. Я предполагала, что это будет какой-то новый сериал от разработчиков Toca Life World, и также будут выходить воскресенские подарки с предметами из этого сериала. Специально для этого сериала. Давайте посмотрим еще, ведь нам не только это добавили, но и еще что-то в Toca Life Mix, наверное. Либо, по крайней мере, в YouTube Shorts у них точно есть еще одна информация. Давайте попробуем перейти в Toca Life Mix. Это раздел, который находится в самой Токе с новостями. Переходим!
Вот мы вышли и заходим сюда. Вот мы можем увидеть, что уже какая-то новая надпись. Давайте ее переведем. Переводится: хотели бы вы носить эстетику Тока-Бока? Я пока что вообще не понимаю, что это, поэтому даже не знаю, какую ставить эмоцию. Давайте поставим со звездочками. Какая твоя любимая эстетика? Геймер, то есть игрок, либо препи. Я не знаю, как это переводится. Давайте геймер. Ох, кто-то препи, очень много людей. Ребята, кто у нас здесь англичанин? Переводите. Вот вы можете здесь увидеть какие-то новые, кстати, вещи, да? Заметьте. Вот какая-то салфетница такая, коробочка со звездочкой. И вот такие конусы, мне кажется, их нет у нас. Поэтому очень интересно, что же нас ждет. И причем сказано, что Big Reveal on May 19. Так, переведем. Большое открытие 19 мая. Я не предполагаю, что это, но может быть какая-то у нас добавится доска пробковая, я не знаю реально. Какой-то блокнот, видите, поэтому очень интересно, что это. И обязательно мы с вами 19 мая вернемся к этому, я думаю. Ну и вот здесь, ой, снимали видео, да, вот с новыми паками мебели. Dream World. Построй твои мечты. На самом деле, вот реально здесь показаны все паки мебели, наверное, вот в этом обустройстве, которые у нас уходили. Вот посмотрите, как много этих паков мебели, и все вот в одном вот этом вот наборе. Так что это очень выгодно, ребята, правда, покупайте. Поэтому секретики я вот, честно, не знаю даже, чего ожидать 19 мая, но обязательно все напишу в своем телеграм-канале, так что еще раз говорю вам, подписывайтесь на мой телеграм-каналечек. Называется «Норка секретиков». Ну, а на этом, в принципе, у меня все. Если у вас есть какие-то предположения, то обязательно напишите о них в комментариях. Ну, а с вами была я, Силия. Вы были на моем канале Secret Talk. Была очень рада вам поделиться моими новостями. Ну и больше, в принципе, никаких новостей у меня нет. Наша неделя уже подходит к концу, поэтому думаю, что это было правильным решением подвести, так скажем, такие уже итоги. Ну, хотя сегодня четверг. Ну и ладно, рабочая неделя уж точно уже скоро подойдет к концу. В пятницу, уже завтра. Завтра также посмотрим, какой нам выдадут подарок в Тока-Бока. Может быть, он будет какой-нибудь специальный? Ведь в прошлый раз нам выдали какую-то подушку. Подушку для дизайна. Типа дома, можно так сказать. Ну, в общем-то, все. Спасибо всем огромное за просмотр, то, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, что вы узнали что-то новое, и мои новости как-то вам помогли. Донесли какую-то информацию. Ну и ставьте лайки, если вам понравился этот видеоролик. Подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Всем пока-пока и до встречи в новом видеоролике. Всем хорошего дня. Пока-пока.